Вот способность ладить, способность идти первой, способность, ну, просто не держать внутри себя обиду, это на самом деле проявление разума, я вам хочу сказать. Потому что переваривающая способность разума быстрая. Ну, как бы, ну, да, вот, было неприятно. Ну, как бы, фух, как бы и выветрилось. Я даже уже не помню. На мужа, да, это сказалось, у нас была одна такая история с ним, связанная с этим. Но вообще он мне сказал, ты знаешь, мне очень сложно просить прощения, ты от меня не жди этого. Ну, я не знаю, по какой причине, но я не могу, меня прямо тут вот перекрывает все, я не могу просить прощения. Я говорю, и что ты хочешь сказать, что я буду все время я просить прощения? Он говорит, ну как-то да. Я говорю, вот это да. На том порешили, а что делать? Ну, вот его такая природа. И он попросил прощения один-единственный раз перед уходом своим. Вот и все. Мне тогда его прощение точно не нужно было. Но, видимо, это ему уже было нужно. Понимаете? Потому что он сказал, ты прости меня, слушай, сколько ты терпела. Вот, но я поняла, что мой лучший тренер по моему эго – это мой муж. Потому что он меня научил очень многому. Потому что как женщина, женщины по своей природе – манипулятор. Вот вы знаете, это как бы у нас это вшито. Это как бесплатное приложение к женскому воплощению, понимаете? То есть и женщина, она такая, она как бы все время палит, все время она оценивает, и она как бы все время двигает, куда двигается это, да? В какой-то момент ты двигаешь, оно не двигается, ты просто понимаешь, так, тут граница, понятно. Теперь давай дальше двигать, да? И вот моего мужа никуда не подвинула я за все это время. То есть он был вот такой кремень. Что я только не предпринимала. И слезы, и обиды, и что только не... И валерьянку вот так вот демонстративно. Но он ни на что не пошел, не покупался ни на что. Ну а представляете, если бы он покупался, ну и осталась бы я такая вот истеричка, знаете, такая, которая чуть что в истерику, там слезы, валерьянку. Это же ужасно. Представляете, какой бы у меня был скверный характер. Мы с ним прожили 25 лет, и я ему сказала, я тебе благодарна. За эти 25 лет ты просто из меня сделал настоящую жену. Настоящую жену. Я ему реально очень благодарна за это. Поэтому, дорогие мои, не спешите выходить из отношений. Всегда выбирайте в пользу отношений, и особенно в пользу долгосрочных отношений.